Борцу из Дагестана 64, и он готовится к турниру по вольной борьбе. Магомед Батрутдинов на международных соревнованиях рассчитывает выиграть золото. А пока тренируется, каждый день выполняя кувырки на ускорение, силовые приемы и даже сальто. Четырехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион среди ветеранов всю свою жизнь посвятил борьбе. Узнать и отработать коронные приемы Магомеда Батрутдинова стремятся все молодые ребята. После занятия в спортзале обязательные упражнения на свежем воздухе – кросс, отжимания и прокачка пресса. Для настоящих спортсменов Магомед Батрутдинов и коллега, и наставник. Они тренируются со мной с охотой. Некоторые даже просят: Магомед Ахмадович, давайте я сегодня с вами хочу. Ну, кое-кто, видимо, берет пример с меня, или мне тоже приятно с ним бывает, с желающими. Дома у ветерана настоящий музей медалей и кубков. На последнем чемпионате мира, где он одержал безоговорочную победу в весе до 76 килограмм, Батрутдинов представил сборную России и даже был ее капитаном.